Борьба с повстанцами любыми средствами. Около 2000 военнослужащих сирийской армии переходят в наступление в пригороде Дамаска. Подкрепление тем, кто оказывает сопротивление повстанцам на окраинах города. Некоторые из близлежащих к Дамаску районов заняты протестующими. Задача правительственных войск теперь – вернуть их под контроль властей. Они стремятся не допустить, чтобы столкновения перекинулись на центр столицы. Тем временем генсек ООН Пан Ги Мун вновь требует прекратить насилие. Президент Асад, как глава государства, несет особую ответственность за разрешение конфликтной ситуации и ведение политического диалога. Но самое важное, он должен немедленно остановить кровопролитие. Но Сирии, судя по всему, до этого далеко. Ежедневно число жертв насилия увеличивается, как здесь, в городе Идлиб. По мнению очевидцев, с начала волнений в Сирии сейчас ведутся самые ожесточенные бои. Только в минувшее воскресенье в стране погибли более 60 человек.